Здравствуйте. Мы давно и не без успеха занимаемся переоценкой ценностей. В начале века переоценка была самая существенная, в последнее время мы расхлебываем ее. 1992 год. Развал СССР, сумасшествие рубля, перманентный голод, войны, вспыхивающие то тут, то там. Что я знал о стране тогда? Только отголоски новостей, приходящих от отмычек. Я пришел в зону в 89 году, а сегодня уже 92-й. И страна-то уже другая, только мы остались прежними. День обещал быть обычным. Завтра кубуля, ходка, хабар, рюмка и сон. Но ко мне вписались две отмычки. Один очень хотел на янтарь, а другой жаждал учиться сталкерству. Ну что ж, отмычки, да еще и добровольные, всегда в жилу. А что ты от меня-то хочешь? Чтобы меня научили. Научили ремеслу. Мне серп не нужен. Я как узнал, какие тут деньги крутятся. Я сам этими деньгами могу нажиться и расправиться со своими бандюками. Или свалить туда подальше, деньги точно не добудут. Куда они денутся из своего выхода? Никуда. А мне свалить можно. Что, за бугор захотел? Каждый хочет. Да каждый хочет. В стране творится. Да, в стране жопа. Каждый день на улице кого-нибудь валят. Кому такое нужно? Вообще просто так валят. Да совсем не кир. Мне, блин, надо отсюда свалить. Хочешь научиться, значит? Да, научите меня. Вообще хотим разобраться, что здесь происходит. Даже вот. Комиссия, которая была отправлена сюда, даже в зоне есть. Они так чисто бабки отмоют. Полгода все. Здесь. Им ничего не надо. Уже полгода. И только, блядь, дальше как. Мы хотим понять и исследовать. Знать, что здесь творится. Ты хочешь вступить в янтарь? К профессору? Да, мне нужно к ним. Интерес появился. Бармен человек добрый, но направил меня с опытными сталкерами поговорить. Странный. Платить бармен, чем могу? Информацией. Чувствую, что бандюкам, которую потом раздобуду. Но хотелось бы что-то более существенного. Говорю. Есть что-то в нем такое. А что не знаю. Денег немного. Все, что смогу. Ну, отдашь хабарм потом. Два раза в бане был. Согласен? Согласен. И кто второй раз не сам пришел. Если информацию какую добудешь. Естественно. Информация, хабар. Таким угощением не подарок. По пути, что найдем, все ваше. Научную лабораторию на янтаре охраняли бравые ребята во главе с моим старым знакомым, наемником Сплинтером. Ну, я смотрю, твои-то при оружии, все хорошо, очно у тебя. И группа выросла. Да ну как выросла бы, в принципе, все, кто были бы, меньше наоборот стало, чем. И все дальше получается. А ты что сейчас, на наушников, Паш? Ау. Свободы, сбор здесь или на базе? Здесь сбор. Да ну как, попросили ты им там поохранять, денежку дали немножко. Дай бан на канале, будь. Как всегда, как говорится, работаем, блядь. Слушай, сейчас какая-то тварь приходила, кстати, блядь. В прошлый раз они рассказывали. На химеру похоже. Только, похоже. Блядь, новое? Знаешь, не, не те психи. Знаешь, кого блядь? Я видел? Кого? Егеренко. Да ты чё? Живой. Охуеть. Только на всю голову удар. Не на год спрашивает. Слушай, а их разве тогда всех не пожрали? А там же не пожрали, блядь. Там же. Он говорит, я ушел в поле. Да ты чё? Говорит, ушел я в поле, блядь, делать там всякие экскременты свои ставить, блядь. Угу. Прихожу, говорит, на базе, блядь, воронка, блядь, ебического размера. Угу. И знаешь, что он принес? Запчасть от Новосельцева. Палец большой, блядь. Это, говорит, все, что от него осталось. Прикольно. Ты прикинь? Занятный был хлопец. Егоренко мне вообще не нравится. А труп видел? Палец еще не весь человек. Ну, я согласен с тобой, блядь. Максим Игоревич. И что, Владимир, как говорится, что изучаете? Что, аномальная активность. Зону. Господи, все помешались. Знаете, профессор Капустин? Аномальная коллектива. Знаем, конечно, был я. Хорош мужик. Он сказал, что у вас можно получить снаряжение. Сказал, должны. Так всегда. Вы не припоминаете? Помните? Не вспоминает все, а? Тебя там не было. Я же не представляю, что это. А, ты между полусатью, да? Микрофон. Ну что, охренел, что ли, блядь? Костюм ему давай. Ты знаешь, что у меня их всего два, блядь, выделили? Долг есть долг. И чё мне, блядь, долг есть долг? Как мне его списывать, блядь? Ты понимаешь, что это хрень, нахрен, высшей степени защиты, блядь? Она, нахуй, пулю держит, блядь.
А гравит... Херня это. Херня, блядь. Не выйдешь. Конечно. Мы ее на... Ну ты выйди в зону, мы ее на 12-м калибре тестировали. И чё? Полный мир увидел? Кинетической энергии. Сомневаюсь, что она против химеру стоит. А? Ваши костюмчики. Этот костюм держит, блядь, все известные виды излучения, которые сейчас известны человечеству. А химера не излучение. Химера пиздец. Что мне с ним, блядь, делать? Долг есть долг, спеши. Блядь. А губа у Вовчика не дура. Спецкостюм, говорит, спешите. Походу, эти ученые все такие пришибленные. А вдруг дадут? Интересно. Вольник, короче, проходил сейчас к нам. Сказал, видел каких-то чертей в комбезах, как у нас. Один в один, как мы. Ну, как бы представились тоже нашими. Еще вроде нас. Но, как бы, ситуация такова, что мои бойцы тут все наши. Ну, как бы, никого не было. Это левые какие-то, непонятные. Если, может, увидишь там, ну, как бы, там, узнаю, что там, как там. Про между прочим. Без напряга, без ничего. Нет, нет, да, да, хрен знает. Кто такие, что хотите? Ну, только аккуратно быть, потому что мало ли кто. Да я понимаю, мало ли что, может. Может, ряженые какие, сам сказал, какие-то пятнистые ходят, синие какие-то новые появились. Пятнистые, не дай бог, бля, с ней встретиться, они стреляют сразу. Бля. Хрен знает, что как бы. Так, про между прочим. Без разговоров. Ну, а так, я же говорю, смотри там. Будешь, как говорится, рядом, заходи. Ну, ясен красен. Что, это твои? Да. Сплинтер. Опа, она. Командир. А вот, походу, те, про кого говорил Сплинтер. Какие-то они странные. А вот это чье? Слышь, подожди. Вот это чье? Подожди, на. Да. Я тебе уже поверил, блядь. Стой. Ты охренел, что ли, блядь? Ты где, нахуй, хуйню взял, блядь? Это моя, блядь, вообще-то. Блядь. Вот она. Я снял лично с твоего трупа. Я Сплинтера знаю, не первый год. Это он. Как он не первый год, если он у нас умер на наших глазах? Буквально день назад. Буквально вчера. Сколько лет это? Вчера, при атаке монолита, блин. Что на базу ученых, когда он пошел в разведку, ему взорвали гранаты. Что вы все про какое-то время говорите? Вы задолбали. Смотрите, обычное нормальное время. Вот у вас здесь везде бумаги ваши лежат. 2006 год, старые бумаги. Вот. Какой я год? Нашел, я нашел 94 год. Я нашел, 2006, блядь, а сейчас 2018. Ты чего? Слышь, блядь, пацаны, вы что? Вы что? Так, ребята, тихо. Рассказывайте, что здесь происходит. Да ты нож-то убери. Что происходит? Да, ребята, не надо, не надо так напрягаться. Если ты гранатометом выстрелишь, ты сам тут ляжешь. Я лягу, хорошо. А зачем тебе это нужно? Нормально, блин, пропадет. Тебе же никто ножом не угрожает, правильно? Вопрос следующий. Сбавьте наоборот, и пацаны, мы все что объясним. Вот такую вот, ребят, фиговинку, давайте. Вот такую вот фиговинку, она одна делалась, блядь. Она прочипованная причем. И чипчик вот здесь вот стоит, блядь. И в этом здесь второй чипчик стоит, блядь. То есть его просто так откуда-то взять нельзя было, блядь. Пацаны, какой год сейчас? 2018. Я не знаю, что вы пили вчера, но сейчас 92-й. Мне тут это самое. Каким макаром? 92-й, если... Подожди, смотри, пожалуйста. Вот, синдикат изобрел. Че это за хрень? Вот, новый. Пожалуйста, это не ПДА. Это просто телефон. Блять, мы с тобой Лас вместе фонарик. Ходили. Блять, какая хрень. Я тебе сейчас покажу. Мы с тобой... Вы че, пацаны? Здесь а что, есть турили, фотографии, что здесь все. Вся себя, история, здесь а все. Че, это зенит, что делает? Хуй какой узнает. Зенит, блин? А вот, мы в горах блин. Отдыхали блин. Вместе. Классно, я думал, такие-то поменьше. Вот, ты что, не помнишь горы? Ублю. Я в горах не был сроду, блин, ты че? Мы с тобой вместе отдыхали в горы. Ай, это... Слышь, а ты это ученым покажи эту штуку. Так, мужики, без базара, я вот этой херней впечатлился, спасибо. Ну, вот вот но сейчас не 2000, не 2000 какой-то, а 92-й. В 2018 году такого не было. Хорошо, кто у вас сейчас президент? Ельцин, правильно? Чехословакия уже стала, Чехия и Словакия. Интересный поворот. Если я правильно все понял, парни думают, что сейчас 2018-й, и при себе имеют оборудование, которое явно не от мира сего. Эх, зона, все чудесатее и чудесатее. Как бы... Человек, которого зовут Феникс. Я. Можно вас? Добрый. Добрый. Вы вот, ну, так сказать, коллегу, сказал он, что вы его поведете, правильно же я понимаю, по зоне? Да? А меня он не забыл спросить? Владимир! Ну вы же ждете. А, Владимир, да, Владимир со мной, да.
Скажите, пожалуйста, вы можете примерно сказать, по каким квадратам, ну, плюс-минус, да, вы будете передвигаться? Могу. Не рисовать не надо, мне так пальчиком повести. А, сюда пойдем. Сюда пойдете. Ага, отлично. G16, да? Ну, да, где-то так. Ага. Чуть повыше, может быть. G15, давайте, пожалуйста. А что это? Так. Это надо будет произвести небольшое исследование для нас, если это возможно. Не за бесплатно, естественно. Да? Ну, это само собой. Она не рванет? Нет, конечно. Я его продемонстрирую. Анализатор активирован. Неплохо его прикинули. Ну что ж, пойдем. С такой иллюминацией. Да, а нельзя вот эту хрень отключить? У меня носок есть, давайте натянем. А вот эту хрень нельзя отключить? Тогда защита костюма будет выключена. Без приключений мы смотались до точки и обратно. Пора забрать причитающиеся. О, заметки на карте. Завсегда, пожалуйста. Что ж, господа, если будет что-то еще интересное, обязательно к нам. От ученых налегке я хотел забраться чуть дальше в зону. Но наткнулся на здание с освещением. Небывалая вещь в этих краях. Прошла по касательной, повредила костюм, и я отделался ранением. Отполз подальше и поковылял к долгу. Ночью в зоне много странного. К примеру, есть такой интересный персонаж, как свечник. Толком его никто не знает, но ходит он довольно свободно. Есть у него пунктик один, зону освещает. Сумасшедших в зоне, конечно, с избытком, но этот мне даже нравится.